Всем привет! Я Марина, автор канала «Соседка с перфоратором» и блога «Брежневка-Купчина». Я рассказываю о ремонте женскими руками в Брежневке, которая находится в Купчино, в районе Санкт-Петербурга. Недавно присмотрела в магазине маленький верстачок. Я решила, что для моей небольшой квартиры и моих увлечений по реставрации мебели он точно нужен. Потому что до этого я работала на табуретках, на полу. Очень это все было неудобно, не мотивировало на работу. Ну, а верстак большой, просто мне некуда поставить. Заказывала я его на Wildberries. К нему прилагалась инструкция по сборке. Честно, IKEA в этом все-таки впереди. Но собрать было его не очень сложно. Скорее, я делала это интуитивно, чем по рисунку, который не так уж и понятен. И вот что у меня получилось. Маленький девчачий верстачок, как я его называю. Возможно, по росту он мне низковат, но при работе с изделием это будет всяко удобнее, чем было на табуретке раньше. Также написано, что он выдерживает до 100 кг, поэтому на нем можно попрыгать, постучать. И самое важное, что он складывается. Плоское состояние. Вот такое. Он легкий, его можно повесить на стену в гараже, в мастерской, на лоджии, спрятать между шкафом и стеной. Для малогабаритной квартиры и моих увлечений явно больше верстак вряд ли подойдет. Ну и также он легко раскладывается одним движением. И сейчас покажу, что у него по функционалу поближе. Верстак можно использовать и как тиски, вот с помощью таких вот рычажков регулируется расстояние между досками столешницы. Между ними можно что-то зажать, деталь. Также деталь фиксируется дополнительно с помощью вот таких вставных зажимов. В зависимости от толщины детали можно разные отверстия вставлять и фиксировать ее для работы. На столешнице есть, мы видим, линеечка, транспортир. Внизу есть лоточек, куда можно вставлять инструменты. Толщина столешницы не очень большая, можно дополнительно прикрутить тиски, струбцины. Ну, обычный по функционалу верстак, только очень маленький и не для самых больших нагрузок.